Вот так вот у меня ночует полностью Гуленька, укрытая полотенцем. Вот. Вот она у меня внутри. Прошла очередная ночь и наступило утро следующего дня. Малышка Бублечка, конечно же, уже проснулась и требует к себе внимания и вкусняшечку. Она уже готова завтракать. Первым, конечно, просыпается Питенька, а после Бубленька. Сейчас, моя хорошая. Дочечка Бубленька моя птичья. Сегодня буду ее взвешивать и обязательно потом скажу, сколько она весит. А кстати, сейчас я это и сделаю. Так, весы выставлены на ноль. Это обычные, ну, пищевые, продуктовые, которые, наверное, есть в каждом доме. Будем сейчас взвешивать нашу красавицу. Ну вот сейчас она весит, Бубля, Бублечка, моя хорошая, секунду. Ну, ориентировочно 175-180 грамм. Ну, да, 175-180. Она прыгает более точно, конечно, пока что сложно ее взвесить. Ну, в общем-то, это нормальный вес для птенца вот такого возраста. Ну, то, что с ней все хорошо, это видно и по ее поведению. Она живенькая, веселая и очень много кушает. Покушать она очень любит. Это сейчас на данный момент ее самое главное развлечение. А потом, конечно же, будут обнимашки. Она уже к ним привыкла и всегда ждет их с радостью. Птенчик становится с каждым днем все взрослее и крупнее, и учится жить птичьей жизнью. Стой, стой! Куда? Уже есть небольшие тренировки крыльев. И когда она видит что-то из еды, она уже пытается клевать. Вот совсем недавно, она буквально на днях начала пытаться пробовать взять в клюве какое-то зерно. Иди сюда, Бубленька. Еще получается совсем неумело. Возможно, она не до конца понимает, что с этим зерном делать. Глотать его или не глотать. И вообще, что это? Ну, главные инстинкты. А они для птиц и для животных, как мы с вами знаем, основа жизни. А пока Бубленька путешествует по кровати, нужно пойти на кухню и угостить Петра орешками. Он их уже очень-очень ждет. Ну, традиционные вкуснятинки для мальчика любимого. Это ежеутренняя, ежедневная процедура, которая у нас уже просто перешла в закон, и Петя ждет этого всегда. Это для него угощение. Угощение самое вкусное, самое ожидаемое, самое сладенькое. Ко-ко-ко, Петя, да, вкусно? На, вот еще доешь, пожалуйста. Все до крошечки съедает. Покушал? Да, покушал. Да-да-да. Моя зайка.
Ой. Конечно же, на стол пролила часть, но ничего страшного. Главное, что водичка чистая и фильтрованная. Петенька именно такую выбирает. Петя. Петь, иди сюда. Скажи, Петенька, а кому же внимание неприятно? Он так любит, когда я ему из чашечки подаю. Он, конечно, и у себя может попить, но у себя ему совершенно неинтересно. Чаще всего пьет у кошек водичку, а больше всего любит, как царь, из кубка. Да, Петь? Первое время, когда в доме появился маленький Бублик, птенец вызывал большой интерес у Пети, потому что Петру были неизвестны и новые эти звуки, писк. Видимо, Петя тоже понимал, что это птица, но не совсем понимал, что за птица. Возможно, если бы это был цыпленок, маленький петушок или маленькая курочка, может быть, Петя бы что-то понял по-другому, не знаю. Мы с вами этого точно не знаем, наверное. Вот. И прошло пару-тройку дней, и Петр потерял интерес к Бублику. Вот. А Бублик узнал в Петре птицу и к нему тянулся. Очень тянулся и всегда приветствовал его, когда видел. Но, конечно, очень хорошо, что у Петра сейчас нет интереса к птенцу, потому что Бублик маленький, нежный малыш, а Петр все-таки большая, серьезная, мощная и очень сильная птица. Конечно же, я не оставляю их наедине, это естественно, каждый в своей комнате, если меня дома нет. Может быть, чуть-чуть позже, когда Бублик подрастет, возможно, они с Петром подружатся. Я не знаю. Будем смотреть.